Дорогой дневник, сегодня, 1 октября 1941 года, немцы начали строить новый лагерь. А Матеуш мне сказал, что это будет огромный рабочий лагерь для евреев. Так, что тут у нас? Задержан без документов, искал еду в мусорном баке. I am not enough. И что же мы заговорили по-английски? Я хочу, чтобы мой муж меня любил. Чтобы мы могли с ним бежать через луг, а потом падать в траву, а потом забыть про время. Yes. Надо отдать вам должное. 1940-й фюрер, 82-й Евровидение, а теперь папа. Ты ничего не знал о Третьем Рейхе, о концлагере? Не, ну что-то же знал, но... Это же были цифры. В школе. А что в школе? А в школе что, разве цифры мы учим?